Шалом алейхем. Вот тройка пошла. Неожиданно быстро пошла тройка. Неожиданно. Ух ты, обезьяна, мама. Люда научился, поймал эту волну. Ну что такое? Яш, иди сюда. Иди сюда. Не лезь. Кто бросает сюда, действительно? Кто бросает мусор сюда, скажи? Кто бросает этот мусор сюда? Вот за каждую штучку кто-то ответственен. За вот этот кулечек, за одно, за корочку. Все там. Всего там могло не быть. Правильно здесь? Давай руку. Пойдем. Это здесь грязно. Кто это сделал? Кто это сделал? Пошли, давай ручку. Мама. Ну расскажи, что ты, по поводу чего ты возмущаешься? Правильно, мусор, набросали мусор. Вот, мы продолжаем, сегодня, простите, сегодня, какое же сегодня, сейчас вспомним, какое сегодня число, было 10-е вчера, сегодня 11-е, с Божьей помощью апреля. Вот, и мы продолжаем наше знакомство с районом Афакима, Нижний Шапира. Вот, знакомство с улицами. Каждый наш маршрут — это отдельно взятая улица. И тот минимум или максимум, как придется, информация, который соответствует так называемому творению вне времени. Улица Шимшон. Шимшон. Но это улица, вот, на которой я стою, это улица, которую мы уже проходили. Это улица Давида Мелах. Мы уже здесь были. А вот это улица Шимшон. Это один из больших пророков Израиля. Сила которого была в волосах. Большой человек. И... закончил он, вы знаете как, он похоронил под руинами огромного здания огромное количество филистимлян, сдвинув колонну, когда его приковали. К нему опять пришел Руах Акодеш, и он потянул, может быть, не с таким криком, конечно, варварским, какой воспроизвел, но так или иначе суть пшата именно такова, что как бы, вот, его приковали к колоннам, он дернул, колонна сдвинулась, и все здание рухнуло, и, собственно, вот такая вот история. Чем перемещать на улицу Шимшона? Давайте будем внимательны каждому мгновению нашей жизни. Каждому мгновению нашей жизни. Вот что-то такое. Замашен энчела сафра миква. О, здесь миква, ребята. Я впервые вижу. Давайте посмотрим, что это такое. Здесь реально миква, красивая, большая миква. На улице Шимшона находится миква. Будем знать. С таким приятным двориком. Давайте посмотрим, что здесь еще. Вот миква. Миквочка здесь. Миквочка. Дальше, что за миквочки с правой стороны? Какие-то дома. Маловразумительное. Здесь мы находим очки красные. Очки, некоторое очки количество красные, мусора. А вот вход красные, в миква. Очки. Вот красные. Вход. Вот такой чуть-чуть это. Очки это очень красные. Красиво. Вот так вот пролетели.